ключевое преимущество этой процедуры – это полное списание долгов. Это означает, что обязательства по кредитам, процентам, штрафам, пеням могут быть аннулированы, буквально давая вам возможность начать все сначала. Кроме того, еще до начала процедуры банкротства вы освобождаетесь от непосильных ежемесячных платежей, что позволяет вам перераспределить финансы на собственные нужды и нужды семьи. Тем самым тратя деньги не на непосильные кредиты, а на себя и своих близких. И это по закону. Банкротство также открывает двери к новым финансовым возможностям. После успешной процедуры вы сможете официально получать доход, не беспокоясь о взысканиях или каких-то серьезных ограничениях. Вы снова сможете путешествовать, открывать счета и даже при необходимости воспользоваться кредитами, хотя с некоторыми ограничениями. В течение 5 лет вы обязаны будете информировать потенциального кредитора о том, что вы проходили процедуру банкротства. На примере Татьяны, после списания с нее долгов, она может обращаться в банке за кредитом хоть на следующий день после окончания ее процедуры. Правда, она сказала, что делать больше этого не будет, не собирается, по крайней мере, в ближайшее время. Одобрить кредит или нет, решает сам банк. Таким образом, банкротство предоставляет не только юридическую защиту от долгов, но и путь к финансовому восстановлению и новому началу. Однако вы должны понимать, что банкротство – это не просто способ списания долгов, но и сложный юридический процесс, требующий точного соблюдения законодательства и грамотного сопровождения. Процедура начинается с подачи заявления в арбитражный суд и включает в себя оценку вашего финансового положения. Также включает в себя взаимодействие с кредиторами и в конечном итоге принятие решения судом о списании долгов. Важно понимать, что в процессе банкротства на вас будут возложены определенные обязанности, такие как предоставление полной и достоверной информации о вашем имуществе и доходах. Также на протяжении определенного времени после банкротства будут действовать некоторые ограничения. Например, в занимаемых должностях. В течение 3 лет вы не сможете быть директором ООО. Или в течение 5 лет вы не сможете еще раз пройти процедуру банкротства, набрав новые кредиты. Собственно, для многих моих клиентов эти последствия, которые я сейчас привела в пример, и ограничения, они несущественны. Для них важно только то, что банкротство – это законный путь к финансовой свободе и что последствий серьезных у процедуры нет. Принимайте решение, ведущее к лучшей жизни для себя и вашей семьи. И если вы хотите обсудить вашу ситуацию с долгами, с непосильными кредитами, пишите мне по ссылке в описании.